бір-бірімізді аңламақ, бір-бірімізді яқшы мұнасибетлер олсын деп башқа инсанларыны әмде өзімізді аңламақ, мотивация не олғанына білмек керекміз. Мотивация не ерден пейді аулаве оның насыл чешітлері бар екен. Тамам бұ ақта бүгін психологымызнен лаф етіжекміз. Мотивация бұ инсанның өз істегідір, ве бұ бір әнчеден оның мақсатларыдыр. Мақсатлар қойылса, оның бұ ішке мотивациясы олар бенетіжесі де яқшы чықар. Мотивация инсанның ихтияжыларындан да пейда ола. Олар насыл олса, біз ойле де өз достымызға яда яқын инсанға ярдым әте білеміз. Я насыл ихтияжылар бар екен. У каждого человека, естественно, свои потребности индивидуальны, и когда мы понимаем, что нам нужно смотивировать либо сотрудника, либо ребенка на выполнение какой-то определенной задачи, мы должны понимать, какие потребности выполнения этой задачи у него удовлетворят. Есть три основные потребности, которые присущи всем людям, но, естественно, дополнительно еще есть потребности лично каждого человека. Три основные потребности, конечно же, первое – это потребность социальной принадлежности, то есть вообще с другими людьми, как-то выделяться среди этих людей, наводить контакты, наводить связи и так далее. То есть здесь про создание пространства, про создание связи, про понимание своего места в обществе и того, что же я этому обществу могу дать и что мне это общество тоже может дать. Вторая потребность – это потребность своей компетентности, то есть это про то, что я могу это сделать и я достаточно компетентен для того, чтобы выполнять какие-то определенные круги своих задач. И третья потребность – это потребность в свободе. Это про то, что человеку важно выбирать хотя бы условия работы, где он может работать. Если мы говорим про детей и про мотивацию в учебе, то это про то, что я могу выбирать, когда мне делать уроки, какие делать уроки. Ну и про мотивацию, наверное, собственную. Существует такое ошибочное мнение, что деньги являются самым главным фактором мотивации. На самом деле это не так. Кроме денег есть еще 11 других факторов мотивации, и они даже иногда бывают намного сильнее, чем денежный фактор. Поэтому ищите свои собственные потребности, ищите свои мотивирующие факторы и с успехом приходите к тем целям, которые вы перед собой ставите. Мотивация ақында не қадар чоқ білсек, о қадарда біз инсанға ярдым етіп, оны өз күнделік ешайшымызда қолана білеміз. Әрбір инсанға насыл янашымақ, ве олар іле яқшы мұнасибетлеріні құрмақ ярдым етем. Мотивация инсанның инкишаф йолында, әмде шақсиетінде бұйық бір роль ойнамақта. Шының үшін осызыңызге мақсатларыны қойып, оларға үрішмеге тұрышыңыз. Весізің яшайышыңыз да яқшы ола білем.